Вот кое-где, кое-когда у нас случается беда. Из крана хлынула вода, и огорелись провода. Вдруг стала горькою еда, лед проломился у пруда. И кто же нас спасет тогда? Аркадий Паровозов? Аркадий Паровозов! Аркадий Паровозов! Как Домашенька и Саша рисовали паровоз, чтоб на папин день рождения подарить ему его. Саша синие колеса паровозу рисовал, Маша дым нарисовала из оранжевой трубы. Только свет настольной лампы неожиданно погас, и не стало видно детям, где колеса, где труба. «Ерунда!» — воскликнул Саша. «Электричество чинить, без сомнения, умею лучше всех на свете я!» Взял он папину отвертку и отверткою тотчас в электрической розетке ковыряться начал он. Но тотчас же по отвертке побежал электроток, и не мог разжать он руку, чтобы отвертку отпустить. Но Аркадий Паровозов мимо дома пролетал, и увидел он из искр электрических фонтан. И на помощь к Саше с Машей он тотчас же прилетел, электричество в квартире Паровозов отключил. Вызвал Саше Паровозов наилучшего врача, электрическую лампу Паровозов починил. Подарил он Саше с Машей мармелада полкило, а затем сказал такие очень нужные слова. Уважаемые дети, Саши, Маши, например, не пытайтесь, дети, сами электричество чинить. Посторонние предметы, пальцы рук и пальцы ног вы засовывать в розетку не пытайтесь никогда. Потому что все возможно, все бывает, так сказать. Потому что мимо, дети, я могу не пролетать. Где, кое-когда у нас случается беда. Из крана хлынула вода, и оголились провода. Вдруг стала горькою еда, лед проломился у пруда. И кто же нас спасет тогда? Аркадий Паровозов? Аркадий!